Рик Б. 9-й корпус судейской бригады в составе рефери Дарьи Кувачули. Я знаю, что Александр Лебзяк не очень был доволен Романчуком в первом бою, хотя он там был отказ секунданта у белоруса после первого раунда. И, по-моему, нокдаун был очень серьезный в конце, но несколько, ох, как легко так покошачьи при его-то габаритах так перескочил через канаты Романчук. Как же он бьет-то, да, с обеих рук? Я прекрасно помню, как вы мне, Виктор, первые сказали, чтобы я обратил на него внимание. Это Александр, мне кто-то сказал, он бьет, как оглоблей. Да. Это ну, выражение, но такое, знаете, да. Такое простонародье, но точно оглобля. На хорошем смысле этого слова. И обратил на него внимание, да? Да, да, да. Да, а публика его знает и любит. Ну, по-моему, в хорошем настроении Романчук. Не хотел американец размениваться на рукопожатие. И... Но это все, не остановит. Это вы знаете, да. Что начинается. Попал. Я не вижу. Нет, он попадает, Рома. Попадает, это знаете. Да, и несколько раз попал. Сейчас пропустят. И все. Ах, вот как блестяще! Вот ах, давай! Это танцы сейчас! Ну! Это танцы вот заканчивают. Вот Рома чем хорош. Его просто так не сломает. Да. Это просто так Романа не сломать. Сейчас пойдет по бородку. Но там у американцев настроение испортилось уже. Нет, ну зачем же он так сразу бросился? Не без разведки. Ну он... Ну, по крайней мере, как мужчина. Вот и еще. Сейчас будет еще. А слышите, как публика скандирует «Россия-Россия»? Да, Рома... Опа, по печени, Рома, неожиданно. И апперкот! Нокдаун! Браво! Браво! Не, Александр, сломает Роман Романович. Ну как они это сломают? Я тут стол чуть не сломал. Нет, не сломал. Вот так, да, не надо. Вот так было быстро бросаться. Не надо было. Он не успокоился, да? Вот. И, ну черт, не добил-то, надо. Второй нокдаун. Бежал американец, апперкот пропустил, и еще, и по печени, и туда ему. 26-11, первый раунд, все. Но американец настырный. Но я хочу сказать, смелый парень. Смелый, да, все, и все, закончил. Все, хватит. Все, отвоевался. Да. Недоименный взгляд, что случилось. Не дал порадоваться втором раунде. Да. Все. Не дал порадоваться второй раунд, отобрал. Да. Что, по-моему, американец хочет еще. Ну что, последний бой удался на славу. Ну, народ порадовался. Ну, мы, в принципе, мы почему и немножко и шутили по этому поводу. Потому что мы знали, что может быть. Мы знаем бойцовские качества, мастерство Романчука. Мы знаем, как он может эффектно отбоксировать. Какой интересный поединок в своей части всегда бывает. И поэтому мы ждали этого поединка. Мы говорили про Романчука, что это очень интересный бой. Но тут бой сделали оба. Надо сказать американцу большое спасибо за то, что он... В этом плане, да. Да, так. Вы видите, что там показывает. Американец в восторге, по-моему, от силы удара Романчука. Ну что, поздравим Романа Романовича и нашу команду. С выходом в полуфинал. С выходом в полуфинал. И победой с сухим счетом. Наши не потерпели пока на Кубке мира ни одного поражения.
Азербайджан. Все, Азербайджан в полуфинале, счет уже 6-3. Итак, значит, в полуфинал вышли Россия, Куба, Казахстан, Азербайджан. Ну, в общем, прогнозировали с самого начала. Довольно удачное выступление. Так, давайте посмотрим еще раз. Любой фрагмент этого боя приятен. Все-таки вот отдам должное. Хорошо так сейчас сверху. Да, из Соединенных Штатов. Боец настоящий. Боец, боец. Молодец парень. И ведь знал все про Романчука наверняка. И знал, на что идет. Ой-ой-ой. Вот прям попал, подогнул, да. Подогнул. Прогнул его Романчук. Ну, сейчас на ринг выйдет Ислам Тимурзиев, мы просто на него посмотрим, да, ну просто это частый вариант. Кстати, в последнее время мы что только и делаем, что смотрим, да, на него, а не на его поединке. Интересно, что